Этой паре защитников под уставом. Вот такой самый меняется. Кочеловский, что здесь? Передача на дальнюю и гол! 1-0! Очень быстро! Все-таки хорошая подсечка была над клюшкой. Во-первых, хороший перехват. Кому привет передаем? По-моему, Никулину, да? 47-й номер ошибся. Ну и Межеников показал, что будет уходить дальше на дальнюю штангу, но и при этом на обманном послал шайбу между ног. Ну и какая все-таки подсечка получилась у Кочеловского? Отличная передача, но и аккурат между ног шайба отправляется. Получается, четвертое звено. Да, вот так вот поймали на контратаке. Против него активен, теряет клюшку нападающий гостей. Амбражейчик появился, как чертик из табакерки выскочил, и счет сравнивается. Забрасывают молодеченцы. Понятно, пятый матч, да? То есть, получается, идет отсчет, я так полагаю, только молодеческих игр. Бросок, в принципе, очень все по-профессиональному сделал, да, то есть, возможно, то, чего не хватало, вот этой уверенности, дальше на дальнюю, по итогу просто за воротами, Павленко должен побороться и оставит ли Волков, оставляет. Шайбу, правда, здесь уже Павленко совсем рискованную вдоль линии делает. Межейников, бросок, гол, 2-1! Да вы посмотрите! Дубль оформляет Межейников, по примеру Германа Нестерова, который... Плюс-минус с нашей позиции. Потому что бросок был скрыт, бросок был из-под защитника, посмотри. Но все-таки это ближний угол, это такая дистанция, которой... В составе играет Динамо молодечно, Попов. Передача на Сусло, выкатывает, тот бросает дальний, Толопилов справляется с первой, со второй не справляется уже голкипер. И это третья заброшенная шайба для Гомеля. Может быть и не на две. Послушаем, может быть дисциплинарный штраф. Еще раз смотрим, Сусло бросает, добивает Нестеров. Ну и здесь сам же Сусло добивает. На мой взгляд, именно на 18 номера должна быть записана эта шайба. Да, 2 минуты загорается на табло. А у нас с вами... Да, действительно, Сусло сам забросил эту шайбу. 2 минуты. Давай послушаем, за что на это...